А что такое важность Творца? Вот вы не могли бы объяснить поподробнее? Вот это мое ощущение зависимости от него, либо это как бы через связь с товарищами приходит. Что такое важность Творца? Важность Творца — это значит, что я представляю себе силу, одну, единственную, единую, которая действует во всей реальности, кроме меня. Что Он наполняет мир. Я тоже нахожусь в том же мире, но есть у меня какой-то пузырь, оболочка, в которой я нахожусь. И я могу в ней как бы не зависеть от него и оставаться, продолжать так жить, не завися от него, и так существовать. Пока я не начинаю хотеть разрушить эту клипу, эту оболочку, этого пузыря, в котором я нахожусь, и перестать быть каплей семени, которая никак не войдет в развитие матки. А я хочу, да, я хочу войти в развитие в высшем. И тогда я просто разрываю этот пузырь и выхожу из него и начинаю все больше и больше включаться в Творца.